суток, дорогие друзья, с вами Александр 047, и вы на канале Играт. Сегодня в программе у нас игра легендарная, просто старючая, мало кому известная, Орда 2. Орда, ребята, слышите музыку, прям вот это в менюшке, которая была, вот ностальгия, просто ностальгия, прекрасная игра. Сегодня мы начнем прохождение этой игры за персонажа Игоря. Вот, потихонечку будем ее проходить, вспоминать всякие секреты, находки, сам сюжет, каков он за каждого персонажа. Посмотрим, что из этого выйдет. А сейчас приготовьте чаечки, печенюшки, там, не знаю, макарошки, кто что хочет покушать. И приятного вам просмотра. Замка нихуя. Ладно, построимся здесь. Зачем далеко ходить? Игорь. Волосатый седой мужик. Так, что мы тут умеем? Это стоять, атаковать. Защита. А, не иди. Ой, так. Строим, значит. Лесопилочку. Рабочую. Это вот система. Давай 5. Рожайтесь, плодитесь, дети мои. Работать. Давай тоже работать. А ты пока ходи тут, смотри, что-нибудь там найди мне. Вот убей вот этого вот главного. Ты можешь биться, блядь, что ты как инвалид, Великой Отечественной игры. Орудник. О, всадник, сюда. Быстро подошел. Подошел сюда, я тебе сказал. Там дымок какой-то. Дымок. Ой, что, я ж не тем. Ты иди работай. А ты сюда. А тут скалы падают. Я помню. Что, он медведя уже зарубил? Все, убил. Так, ладно, на дымок мы не... А, это грозовая туча, я вспомнил. Она молнией бьет. Нахрен. Так, мы тут имеем вот эту фигню построим. Потом надо построить кувшин. До кувшина надо сходить. Это какая-то херня, я помню. Казарма. А что такое? Понятно, из-за этого мудака не могут они вот так вот. Ой, кого там пиздят? Нет никого? А чё он сдох тогда? Не понял.
понял юмора. Не-не-не-не-не-не-не, работать. Ты иди сюда. Сейчас тут Аладдин. Так, что, зачем у тебя нет кристаллов золота? Ты охерел? Неожиданный поворот событий какой-то. А чё тут, блядь, чё за хуйня? Чё тут в лесу происходит? Он забрал моё всё золото, блядь. Этот мудак. Я хоть рабочих могу сделать? Давай хотя бы троих. Вот это я лоханулся конкретно, блядь. Начало, да. Начало не очень. Ну, будем играть. Первая запись сразу же с первого дубля. Без всяких подставных, я не знаю, сохранений. Кстати, сохраняться будем. Думаю, пока не стоит. Раз так дело пошло. О, давай спустимся, возьмем этот кувшин. Еще чего-нибудь лишимся. Аккуратно, по башке не получи. Ой. Мах какой-то, мах. Игорь. Фантом ёбаный. Да покойся с миром. Я понял, ребят. Я понял, в чем моя ошибочка. Нахуй я лезу на всякую хуйню. Сначала. Сейчас быстренько все это делаем. Так, строим тут мы эту поебень. Ой, господи. Разведываем обстановку вот тут. Ну и где тут всякие эти фантомы? Ой, фантомы. Медведи. Нету? Убей лошадь. Ебать их тут. А шо он замахнулся, вы видели? Вот замахнулся сразу же. Так. Лес. Так. Сдох. Прекрасно. Так, шахта. Тут это. Тут казарма. Тут и рабы теперь. Десять. Так, давай пройдемся тут по лесу. Не было тут всякой херни никакой. Волки воют. Ребят, можете приступать к работе. Чё вы стоите? Игорёк. Быстрее шуруй. Я многого не помню уже, что тут как это игре. Я помню артефакты какие-то есть, какие-то там заклинания, посохи какие-то. Что-то было, блин, столько воды утекло с последнего момента, как я играл в эту игру. Но игра была легендарной. Я думаю, каждый рубился в нее как мог. Так. Ну, лес давайте рубите. Ты. Сюда. Мы сейчас казармы немного сделаем.
еще очков, штук 10. Олежка. Куда ты собрался, Олежка? Стой, наверное. Тут. Все, тут мы это все сделали. Теперь еще один. Тут. Да стой, ты куда ты пошел? Блять, мудак тупой. Стойте, говорят. А че его не засыпает? Блин, эти долбоебы тоже бегают. Куда вы идете, блядь? Ле-ле-ле, пошли, пошли, блядь. Вы что, самые смелые? Так, мы троица. Сюда. Пара-пара-пам. Так. Пока все прекрасно. Пока все прекрасно. Мы можем построить вот это вот. Дальше мы строим вот это. Вот где-то. Где-то что-то ломается. Они не дошли. Ты понял? Значит, там кто-то есть. Медведь поселился. Пизди, 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 пизди. Лучник, куда ты вот идешь, а? Я тебя звал. Я тебя не звал. Иди, а. Сюда. А, погоди, что? Что там? Откуда они берутся? Просто от... Давай, 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 валите. Все, завалили. Возвращайтесь, отлично. Рабы. Троих будет достаточно. Тут мы что имеем? Это хорошая вещь. Тогда обороны самое то. Просто самое то. То, что нужно, то, что доктор прописал, как говорится. Так, что там? Три. Трое из ларца одинаково с лица. Нет, не ты. Свали. Сюда работать. Так. Тут у нас лаборатория, которая нахрен не нужна пока. Что еще мне надо? Ну что медленно не производится. Вот. Все, последний выходит. Выходит. Можем поджигатели сделать. Отлично. Так. Надо забор, наверное, сделать. Забор так себе. Блин. Что за забор будет кривой? Ладно, я его изнутри сделаю.
еще и с оттуда. Вот так вот. Двойной забор. Это вот, конечно, еврейская система. Ну окей, вот тут типа ворота. Вот тут типа забор. Тут будет еще одни ворота. Тут забор. Как-то так. Так, ворота закрыть. Вот. Закрыть. Закрыть. Ой, так, что у нас с забором построился, да? Отлично, тут мы не можем. Заебись. Вот тут дыра. Прекрасная игра. Но что поделать? Раньше было все через одно место. А, вот оно что делает. Ой, не так. Ну ладно. Коровы орут. Чё вы орёте? Так. Обнаружен неизвестный народ. Кто? Богомил. Какой-то Богомил. Нахрен ты нам нужен, Богомил? У нас и без тебя забот хватает. Сделаем еще вот этих. Больше. Ой, как-то не очень. Пять рабочих еще. Кто? Кто где орёт? Кто-то где-то орал. А, ребят, вы без работы стоите. Продолжаем. Ебашить. А эти чё стоят? Они вообще вот тут... чем снимается. То без работы стоит. Занимайтесь делом. Так. Вот еще два, да? А, древесина. Быстро уходит древесина, поэтому сюда. Давай еще одну казарму. На нем. Я
помню, несколько делал сразу. Тут одно войско будет, тут другое. Можно лабораторию немножечко тут что. Так, да? Тут я не помню, что тут вообще, что делается. Завод. Давай еще вот тут вышки понаставим. Что мало ли, какие дебилы есть. Нападут еще, блин, ни свет ни заря. Так, этих штук 4 сделаем. Так, тут у нас... Давай, 16 товарищей. Ты почему без работы? Ебаш. Не хочешь работать? Уволю нахуй. Все работают, все заняты, а ты один стоишь, лоботряс. Петухи орут. Главное, чтобы вот эту хуйню не разбили мои рабы. Тогда будет все заебись. Если они ее разобьют, я лишусь всех своих денег. Так, пока тут все зашибись, надо сохраниться. Сохранить свободно, да, есть. Ну что, берем вот эту кучку, 17. И ведем вот сюда, ворота. Открыть. На разведку, так сказать. Выходим, выходим, строимся. Строимся, ребята. Куда ты пошел? Объясни. Пошел куда-то, блядь. Товарищ. Тут как бы выход. И вот тут, товарищ, выход тут. Блядь, ты дебил? Я помню, любил воротами их давить. Так. Не получилось. Так, 17. Похоже, про нас забыли. Да нихуя про вас не забыли, ребят. Идем. Так, тут можно. Опа, это кто? Оборотень. Давайте оборотня отпиздим. Хоть на что-то вы будете способны. В атаку. А чё они его не пиздят? Непонятно. Чувак просто завис. Дядя! Опа! Тут война, походу, идет. Это же Богомила. Рабочий. Кого рабочий? Чего рабочий? Неизвестно. Как поживаешь, воин? Нет ли среди твоих трофеев посоха колдуна? Если 100 золотых для тебя не лишние, раздобудь его для меня. Угу.
Да я, кажется, понял, где он, этот посох, но... Или в пещере. Блин, где-то он есть. Я помню, находил когда-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ё-моё, тут в лесу кто-то есть. 14, 13 человек. Господи, как на дрожжах дохнут. Ты посмотри, от моего войска уже ни хрена не осталось. Уходите, уходите, ну вас нахрен, вы ни на что не способны. Восемь человек. Прекрасно. Почему он не очистил свои леса от медведей? Не-не-не-не, вот так, вот так, вот так идем. Вы ж дурны, вас сейчас засыпет нахрен. Нихуя, убегай, убегай! Можно отпиздить этих, конечно, рабочих. Убегай! Убегай, убегай, нахуй тебе его медведь! Вот его можешь отпиздить. Бля, он боится, он убегает, он даже не пиздит никого. Олег, ты конь тупой. Ой, Олег, говорю, Игорь. Настолько туп. Почему ты решил со мной пиздиться? Обсудим это позже. Вот эгоист. Окей. Сейчас я вернусь себе на базу, подготовлю войско, то что мне не нравится этот разговор. Еще 4. Открывайся, заходи, ты закрывайся. Так. Окей. О, 30. Будьте любезны мне, пожалуйста. Давай тут. А, тут еще делается. Ё-моё, какая она медленно. А почему так медленно? Поджигатели надо. Давай тоже, ну, 30. Что мы еще можем? Конюшня! Конюшня, конюшня, конюшня. Все, хана, можешь уже там ласты заклеить. Так. Сохранимся. Игорь. Ту-ру-ту-ту. Так, это, да? Ага. Ребята работают, красавчики. Так, конюшня. Конных еще 30 делаем. Мельница. Обязательно мельница. А что она дает, я не помню. Ладно. Блин, не строится. О. Отлично. Церковь.
Господи. Есть, первый вышел. По-хорошему еще под нуль сопилку построить, но я думаю, она нафиг не нужна. И так вроде справляется, особо минус уходит. Так. Войско понемногу у меня прибавляется. Кто тут лазит? Что ты лазишь, блядь? Стой, блядь. Стой, блядь. Не, он вообще нормальный, нет. Что ты бегаешь-то? В жопу ранен. Война, на нас напали. Так, это все есть. Мельницы, может, две сделать? Я вот не помню, много их надо делать, чем мало. Честно, вот не помню. Я понял, что еще надо. Надо вот это. Так, тут еще 20. Тут еще 16. Тут. О, еще долго. За это время рак можете. Вот главное, чтобы не разбили. Ребят, разобьете, блядь. Пойдете сами сражаться. С топорами, блядь. Церковь. Нихуя. Бля, я не помню, что оно дает. Не помню. Так, это кто ходит? Рабочий. Ему уже ходить негде. Блядь. Надо выводить войско. Походим, строимся. А вам что, приказ не ясен? Выходим, строимся. Наверное, было ворота больше делать. Мой косяк. Наверное, сейчас это мы исправим. Блять, нельзя больше ворота делать. Косяк, ладно. А, мельница улучшает быстроту, походу. Насколько я правильно помню, нет, не хочет там работать. Ну, иди сюда работай. Вот этот еще лазит. Давай, уеби. Уеби, блядь. Сдохни нахуй. Вы же так любите где-то шляться. Блядь, иди лес руби. Хуля ты мне мозга ебешь? Он сам зашел, не знает, куда зашел. Я тебе задачу дал. Хочешь? Окей. Работай тут. Нет? Блядь, я тебя уволю нахуй. Блять, спустись. 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 Спустись, блядь. Слышь, ты морда, блядь, тупая.
дегенераты бывают. Этот еще лазит там что-то. Что ты лазишь? Куда ты пошел? Чего не лазит? Иди работай. Уходим, строимся. Ой, дебилы, ой, дебилы. Нахуй закрыть. Вот так вот тебе. Вот тупые создания. Вот тупые. Вот тупые. Мне хуй лазить где не надо. Так. Ой-ой-ой, тут уже выходить им некуда. Нихуя себе. Это ж эти турки или как их там, татары? Ой, не, не татары. Хуйню не морозьте, ребят. Вы можете выйти нормально. Пать лошадь. Ну что вы, блядь. Давайте хоть вы не тупите, а. Вы, блядь, хули тут стали на... Так, Игорь, да ты, все, иди туда нахуй, чтоб я тебя не перепутал. Так, это войско. Численность 8 штук. Уезжай сюда. Нет, золота уже нихуя нету. Все. Все вышли. И вы выходите. Да. Ну как-то вот так. Это вот катапульта, что-то там забыла. Так, перед всем этим делом мы сохраним игру. На вот этом. Назад. Сейчас сделаем одну построечку. Срочно. Прям срочняк. А куда его засунуть-то? Вот сюда. Опс. А что? Почему? Ладно. Ладно. Все, закрываем ворота. Выбираем вот это вот все. 93 человека. И в атаку. В атаку, ребята. Я не слышу. Я не слышу вас. Почему вы не кричите? В атаку! Ну-ну, покажите, на что вы способны, чему я вас учил. Наконец-то. Я думал, вы пробежите просто рядом. Хорош. 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 Это добейте. На вышку нападай. Пока 93, как и было, да?
Блин, быстро потери у нас идут. Вышки уничтожайте. Быстро, быстро, моментально быстро. Вы стоите без дела. Давайте, проходите. Такая толпа народу и не знает, что делать. Уничтожайте вышки. Катапульты. Хуярьте по этой хуйне. Конная пехота. Пробегаем, пробегаем, блядь. Хули у них медведь делает? Вы видели? Просто медведь. Блин, у меня осталось 16 человек. А, не. Ой, 16. 32. Пробегай, пробегай сюда. У них как копенос, ни хрена себе. Это что, все, что у меня остались? Я тут только что вспомнил, тут же эти можно захватывать катапульты. А, не, вот, все, последнего добили, давайте. Уничтожайте его замок нахрен. Вот стойте там и не высовывайтесь. Пиздите, пиздите, пиздите. Катапульта, ну давай, ты вообще что-нибудь делаешь? Хорошо, они спрятались, они спрятались просто прекрасно. Все? Отлично. Дальше понесли. Казарму пивим. Ё-моё. Всё, у меня две этих остались. Они ничего не делают. Они тупые. Сколько я вот помню, они всегда были тупыми. Вот, что это было? Все, она ничья, да? Она не моя даже. О, на них напали тоже. Ёханый бабай. Давайте, выходите. Быстрее, быстрее, быстрее. Там самое месиво только сейчас начинается. Кто? Рыцари. Блин, поджигатели, рыцари. Давай. Я не могу по пути делать, да? Золото ноль. А где еще золото? Мне нужна золотая шахта. Вот она. Окей. Блять, а в чем проблема? Почему людей ноль? Еще надо, что ли? Ладно, за территорию будем строить. Блин, насколько я помню. Так. Что у того там происходит? Блять, он отстроил заново. Да ну нахуй.
забей. На пол карты им ходить. Это моя лесопилка? Это моя лесопилка. Прикол. Мой лучник. Здорово. А чё ты тут отстал? Струсил, сука. По-любому, вот струсил. По-любому струсил. Вот как его назвать теперь? Так, рабочие. Что она? Там золото ноль все равно. Нужно золото отсюда носить. Нетная, сказал, не? Ебашьте тогда тут. Нет, давайте два человека еще. Надо золото быстрее носить просто. У меня походу один носит. А, лаборатория. Или нет? Упс. Вот так. Даже нет. Что я жестко в самом начале, как-то надо потихоньку это все делать. Потихоньку. Так, хули ты шляешься? Иди работай. Древесину руби. Так. Тут у нас сколько еще осталось? 5000 железа. Тут нихуя нет. Нахуй снести. Только мешается. Ну, рабочих вроде у меня достаточно. О, открылось. О, прекрасно. Прекрасно. Так. Надо еще тогда это построить. Богомил. Напоминает как Макдональдс прям. Хэппи Мил. Happy Meal. Церковь бьет мощно. Веру людям верует. Как они еще не разбили вот эту вот фигню, я просто удивлен еще. Потому что я помню моменты. Ой, господи, это просто что-то. Так, надо рыцаря, они мощные ребята. И коняшек. Коняшек. Давай, тридцаточка. Ты иди сюда. Я чтоб не путался там под ногами. Так. По железу у меня кто-нибудь ходит вообще? По древесину вижу, у вас дохуя. Давай-ка
мы сделаем еще 4 рабочих. Пусть они ходят по золоту. Золото важнее, что-то мы вообще банкроты. Так, у этого как там дела? Ну вообще, блядь, у него тупо вышки его выручают. У него войска нету. Сейчас прийти. Вот так. Все это вынести нахуй. Или начать с вышек. Но маешь затупят, как обычно, они пойдут бить все что угодно, но только не вышки. $17,000. Работаем, 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 ребята, работаем. Так. Что у нас тут? Ни хрена у нас тут нету пока. Потому что золото. Ноль. Ну потому что даже вот завис, да. Меня не могут рождаться ни всадники, ни рыцари. Чпокаются только за бабки. Так, а тем временем надо еще искать. Потому что это не дело. Так, один. Побежал. Надо искать еще где есть. Олень. Окей. Может я олень, может он олень. Не, ну мои там тогда не выживут. О, нашел. А ну путь. Посмотри-ка нам тут. Я понял. Не вариант. Мои тупые. Давайте сюда иди. Блять, еще кого-то обнаружил. Сука, прям рядом со мной все. А кто это? Это Святогор. Бля, еще тот мудак. Он тут спрятал свои катапульточки. Да ёб не сдох. Тут даже горы нету толком. Зайди к нему в гости, посмотри, что он обстановку. Вот такая себе обстановочка. Короче, тоже с
слабенько у них. Это я. Все, все до людей, все до людей. Ладно, иди сюда. Тоже тут стой. Ой, так, что у нас тут? Численность растет. Это хорошо. Это прекрасно. Что, вторую облаву будем делать? Конечно же будем. Казарма. Поджигатели делать. Ну, сколько? 39 человек. Я манал. Давайте, выходите все сюда. Вторая облава по-любому нужна. Добьем оранжевого обоссанного мудозвона, который возомнил о себе: да я бог, да я царь, ты недостоин со мной даже разговаривать. Но не там-то уж и было это дело. Давайте, выходите, ребят. Долго, долго, долго. Блять, затор сделали. Вот это затор. Люди с мешками денег стоят, а вы, сука, тупые, не можете пройти никак. Даже не в порядке в очереди, этот вообще бедный уже стоит и так, и сяк, да ну вас нахуй, да? Блять, вот это что за мудак? Работать собираетесь, нет сюда? Кто это? Бог на тебя смотрит. То бишь я. Так, ты. Давай. Имбаш. Ты. Так, древесина есть за золотом, имбаш. Этот еще ходит, блядь, где-то непонятно где. Бля, у меня дерево заканчивается. Чувак стоит без дела. Так, тут у нас... Без дела не стояло. Вторая партия шла. Так. 13. Все, пробка на. Так, итого. Подведем итог. Блять, все выбежали. Давайте вот сюда ближе. А вы, блять, дальше оттуда сюда. Ой, нет, вот сюда. Блять, про это же я и говорил. Стойте, не дергайтесь. Не лезьте. Вот сюда лучше. Так, ты хуля там забегал, как пулемет.
Так, сколько нас? 71, меньше, чем тогда было. Ну ладно. Поставлю на паузу. Нет, сохранюсь. Так, пауза. Ребят, спасибо всем, кто смотрел. Это был пробный, так сказать, стрим, видеозапись легендарной игры Орды 2. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь обязательно на мой канал. Будут еще видосики про эту игру и многие другие старые игры, которые уже много кто позабыл. Ставьте лайк. Буду очень признателен вам. Всем спасибо. Всем пока.